должно остаться в аналах. Приехали, ядрен батон, его на рыбалку. А как он туда вообще будет вкорячиваться? Пошла родимая. Надеюсь, он здесь застрянет, и там не придется его выковыривать. Ебать, колотить. А! Бросает! Нихуя себе! Ну, во всяком случае, сюда он уже сможет выехать. Лень, говорит, идти, ножки у меня устали после вчерашней рыбалки. Охереть. Ну да, мы тут уже до земли докопались. Фух. Так здесь самое это, блин, жопа у нас. Охренеть! Это было эпично! О, блин, снег пошел. Чё, плотва с валенок? Конечно. Вот мой. Ну, пойдем дальше. Пойдем, может, на ту сторону. В прошлый раз по этой стороне ходили. Окунь был. Окунь был, да. Пошли на ту сторону. Рыбы просто пластны. Я тебе говорю. Мелкой. Ну и тут и на дне, и на 6,3 есть. 4,5, 5,7, 6,3. Я тебе говорю, тут как бы вот тут вот прямо сидели где-то недалеко. Смысл далеко идти, когда тут и рыба есть. Ну и есть, да, она. Вот смотри. На скольки? Ну, по дну чиркает. 5,7, 6,3. Ну вот как раз чертик доставай. Давай тут тогда палатку поставим, да все. Ну-ка. И что, и попробуем. Где твой черпачок? Нехороший человек. Достать рыбочку хочу. Рыбочку он хочет достать. Все мы хотим достать рыбочку. Замерзло уже. Сейчас ерша достанешь огромного.
Вот в моей лунке нет ни черта. Да, наверное, и в моей уже нет ни черта. Она вся к тебе убежала. Ага, ну закинь. Видишь, обрадовались бы. Ставь палатку, ставь палатку. Да в твоей вон, смотри. Просто валом. А где моя мормышка? Вот смотри, она 4,5, 5,1. Так, а ну-ка, девочки. Иди сюда, канок, 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 канок. Вот так. Сейчас я как настоящий спортсмен. Как меня сенсей учил делать. Так, надо шурик, наверное, убрать. Пирай. Дима. Видишь, дядя Дима занят это. Дядя Дима это. Пробивает, есть ли рыба. Да? Нормально, сесть, палатка. А то вдруг рыбы нету. О, давай, прицеливайся, чтобы я вот так вот сидел. Так. Сейчас я удочку возьму под мотыля. Убедил безмотыльщик меня на мотыле рыбачить. Да мотыльница? Да нет. Ты же сказал, мы теперь безмотыльщики. Нахрена тебе мотыльница? Я его взял и выкинул. Я взял, выкинул мотыльницу. Ты мне мотыля покупаешь теперь. Угощайся. Ядрёный батон. Благодарствую. Ну, смотри, чик-чик, поклевка аккуратная. Раз, подняла. Мормышка люфта, да? Мормышка где-то 0,3, наверное. 0,25, край. Луфка золотая. По-моему, 0,25. О, блин, окунь. Поднял, блин. Так. Пакет, где твой? Ну я пока не сходил. Ну сходи. Сейчас. Клюет. Блин, а палатка потом вонять будет. Все, иду. Хочешь, вон возьми. Все, не ругайся. Я не ругаюсь. Я иду. Ловит, блин. Не завидую. У меня мормышки тяжелые, там граммовка. Я не думал, что буду ловить на эту удочку. Ну я ж спортивный этот. Как его, блин, рыбак. Я ж у спортсмена учился. Ну, я, видишь, я не спортсмен. Я мелкую рыбу не умею ловить. Че, дать тебе маленькую удочку? Там маленькая, без мотылка. Но тут, туда можно будет этот подцепить, мотыля. И возьмет, и так возьмет. Все, иду. Орешки. Хвостом вперед идет. Смотри, а я тоже что-то тащу. Стой. Меня. Она запуталась, да. Стой, стой. Где давай-ка лезь? Сейчас. Ты надо же плотву вот, положить в мешочек. Леска. Плотва, да? Да. О, смотри, какой подъем. Ого, ого. По-любому должна быть. Есть? Да, по-моему, нет никого. Да как так, блин, там пипец поплавок играл, блин. Плясал аж. Нихуя. Че, она твою мормушку огромную захватить не может, заглотить? Ну, видимо. Все, закормил ты, блин. Нет, надо этот просто. Да, чтобы он ее облучил. И она клевать начала, да? А такой клев был, такой клев. Какая тебе нравится? Вот бери. Какую-нибудь маленькую давай, тяжеленькую.
Вот 0,26 бери. По-моему, вот у меня такая и стоит. Бери, дарю. Я же вообще без мотыльщик сейчас стал. Ну, блин, меня это радует. Что я смог донести до тебя. Вот у меня сейчас такая капля стоит. Точно такая же золотистая. 4,5-5 где-то. Вот там шарохается. Ну 3, 4, 4,5, блин. Прям вот такие росчерки хорошие, блин, в пол воды. Хотя вот сейчас и со дна поднялось что-то. Ничего себе. Опустилась покушать. Ершаб. Да ладно. Да что там еще может быть так дергать? Как не в себя. Ёж? Ну я ж тебе говорю. Он прям такой брррррр. Турбоёж. Да. Ты видел, я поигрывал. Он когда клюнул? Когда я пытался настроить этот длину лески, чтобы у меня кивок вывесился. Я дергал в это время, шевелил удочку. Мелко тряс был. Все, видишь, в эхолоте все свалили. Рыбка пошла спать. Да рано еще. Рано спать? Время уже сколько? 6? Ну, значит, сейчас придет кушать. Или еще прикормки бомбануть. А нет уже все. У меня есть. Ну, пока давай подождем. Ну, давай подождем. Кофе будешь? Хотелось. Давай. Че, посмотреть мотлем? А че на него смотреть? Если поклевок не было. Да, он есть, наверное. Че, будем собираться? Да надо. Давай, чё? Если чё, ещё потом приедем, чё? Клевать перестал, ну. Сейчас и более пока соберём. Да, так что чё, всем спокойной ночи, всем пока.